Silvestre. Ô, Tcherit. Идут! Идут! Неделюшка, кукушка. Наш Василий. Проси потом у меня, понял? Буду. Во время акции задержали одного из участников, которого подозревают в организации беспорядков. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Рука затекла. Как будто ночью не выспался. Ты во сколько лег? Сейчас дай мне. Какие семечки тебе? А? Сейчас покушаем. Дай мне вот чуть-чуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это? Что это? Инстаграм! Всем привет! Это не реклама. Заклеишь, да, Дэн? Обязательно. Брат, тут здесь! Здорово, брат! Как ты? Здорово, брат. Хорошо, что сам? Хорошо. Ничем энергетиками зарядились так плотненько. Лучше всех. Все. Поехали. Я все. Вот такие вот дела. Ну все, друзья, работаем. Да, мы, господа. Мы прибыли в город Ишимбай. Рады вас увидеть у нас в городе. Все энергетичные. А столько пьете? Не-не, это пацанам, пацанам. Я думал, Юра, ты же. Ты, надеюсь, не снимал? Нет, конечно. Не снимаю, просто. Мешается Мила. Мила! Мила! Короче, сначала хотел вот тем скотчем замотать. Нашел. Нашли решение помягче. Хорошо, что ты пальчик порезал. Директор дворца культуры Азим Ильясов. Когда 10 лет назад я жил в Башкортостане, у него прямо, он очень гастролируемый артист. Я даже с ним ездил по районам, ну, по концертам. А сейчас он директор дворца культуры. И просто машины. Алмаганды вот будешь?
Спасибо огромное. Спасибо. Друзья, давайте аплодисменты. Помнишь меня? Я Даниил. Конечно, я всех помню прямо вот каждого. Вот. Кто сидит, я всех помню, вот честно. Даниил, как дела-то у тебя? Хорошо. Ну, сколько тебе лет-то исполнилось? 8. Ой. Смотри, как он повзрослел. Лучи на тебя видишь. Рахмат. Уфтанбас с тобой спеть хочу. Так, Уфтанба, да? Хорошо, споем. А тут что? Подарок тебе. Тут подарок тебе. Так, ну что там вообще? Может, расскажешь? Посмотри. Можно откроем? Я просто хочу, Даниил, чтобы все это увидели. Ты простишь, пожалуйста. Ух ты! Тут самое необходимое. Вы не поверите, что там. Вы знаете, что там? Доски! Да, на самом деле, это самое необходимое для людей, которые гастролируют. Спасибо.